Всем море приветов, друзья и гости моего канала, Нептун здесь, и сегодня рубрика «Инди-ужастики». Игрушка по вашим заявочкам. Exe Nightmares, друзья. Кошмары Exe-игр, или же игрушка Creepy из серии, знаете, про Соников, там про губку Боба и про My Little Pony, конечно. Все, наверное, играли в эти Creepy-ужастики. Это ж целый цикл этих ужастиков. Есть ужастик.exe, какой-то ужастик.exe, там google.exe, nightmares.exe. Ну, в общем, вы поняли, это что-то новое. Вышла недавно эта демка, 8 дней назад она обновилась, я скачал, и сегодня мы поиграем. Давайте, плей. Боже, я не знаю, что меня ждет. Ну, наверное, это будет что-то лютое и страшное. К тому же здесь, говорят, будут скримеры. Хочу ли я поиграть с тобой? Конечно! Я ради этого здесь. Чтобы поиграть. Опа. То есть я могу ходить? Нет? А! Я нажимаю на Ctrl, там типа подсвечено. Ой, ой, ой! Он пропал. Это что, пародия на FNAF? То есть мне нужно... А, кто? Воу-в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 оу. Поздравляю, ты меня нашел. Раунд 2? Поехали. Я правил не знаю нифига. Контрол. Да-да-да-да, это я уже все почитал. В этой игре куча скримеров и... Мне будет больно, морально больно. Музыка прикольная. Пам-пам-пам-пам. Так, что нужно здесь сделать, чтобы выживать в этом кошмаре нужно? Первое, нажать Ctrl, чтобы включить фонарик. И проверить куклу Соника. Да? То есть просто нажимать Ctrl? Ну я нажимал, а толку? Давайте выживать. Ну вот, я жду. Ты издеваешься? Да... Поздравляю, что ты меня нашел. А что делать-то? Я готов. Я готов к этому гребаному раунду 2. Но что делать? Ну, вижу я Соника там. Ну, вижу, что он там сидит. Соник проклятый. А что дальше? Может, нужно много раз нажимать? Типа, много раз Ctrl? Так, там было Enter, типа... Next. А, все. На блендер нажать. Если Соник не на своем месте, нажмите на пробел, чтобы поиграть мелодию. Все, я понял, я понял, я понял. Ну вот могли бы сразу так сделать. Значительно бы облегчили мои мучения здесь и страдания. Короче, когда Соника там нет, нужно нажимать на пробел, играть мелодию и приманивать его обратно, иначе он меня убьет. Бугак. Бугага, бугага, так. Соник на месте. Соник жуткий и криповый. Тихо, тихо, тихо. Играю. Ой, я поиграл, он вернулся обратно. А что там было за песенкой? Соник, help me? Да? Убежал. Ау, блин! Да, 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 круто. Что это было? What the fuck? То есть у меня почему-то, друзья, вылетела картинка, картинка с этим Стейлсом. И что это должно значить?
То есть, что это? У меня реально открылся браузер? Открылся браузер и... Просто открылась вкладка с картинкой. Can you feel the sunshine? Да, я прям feel the sunshine. Я прям охреневаю от этого. От этой игры. Откуда этот... Про этого чувака никто ничего не говорил. А, да ш... Твой... Да что? Вы издеваетесь? Я всего лишь нажал на пробел. Просто нажал на пробел. Пробел, меня убили? Что я сделал не так? Я уже устал орать. Это внезапно и страшно. Так, может, что-то новенькое в менюшке есть? А, фон появились, видали? Почему-то они раньше не появлялись. Как обратно уйти? Как прочитать обратно? В общем, нужно дожить до рассвета. Я думал, только два пункта. Про Соника это я понял. Три. Если я слышу странные звуки, то мне нужно не издавать звуки и сидеть тихо. Нажмите Tab, чтобы посмотреть вокруг себя. Где Tails Plush находится, да? Нужно на Tab нажимать. Так, нужно, в общем, его найти, на него смотреть, я так понимаю. Потому что если ему не будет хватать моего внимания, он меня убьет. Не забывай про энергию батарейки, хорошо? Доживи до рассвета, хорошо. Все. Почему этого не было раньше? Они издеваются, что ли? Плей, ну-ка давай. Так, нужно на Tab смотреть, где Плюш... Плюш Тейлз, да? Где он сидит? Вот он. То есть я должен на него смотреть? Он на месте. На месте. Соник на месте. Включаем. Да ш... Что? Фак, я не понимаю. Ну, он на месте был. Этот Плюш Тейлз, да, и меня все равно убили. Так, ладно. Давайте. Может быть, просто посторонний звук был? Мне нужно за звуком наблюдать. Соник, help me! Все, Соник на месте. Так, Плюш. Плюш на месте. Здесь лучше, наверное, не это. Не юзать фонарик на нем. Боже. Во! И что делать? А, все, он вернулся на место. Вы поняли фишку? Когда он уходит, нужно просто на него посмотреть, и он придет обратно. Ах ты! Что? Фак! Фак, опять Соник вылетел у меня на экране. Уйди, Соник. Уйди, Соник. Так, что я сделал не так? Так, что я сделал не так, да? Так, что я сделал не так? Так, что я сделал не так? Может, я ходил, когда не нужно ходить? Так, Соник на месте. Какие нужно мне услышать подозрительные звуки? Так, приманиваем Соника обратно. А где подозрительные звуки? Как они звучат? А ну вернись! А ну вернись! Другое дело. Никаких...
Звуков подозрительных я не наблюдаю. Да! Да что? Что? Он на меня нападает, когда я нажимаю на пробел. Понимаете? Что-то я делаю не так. Я опять гребаный кролик, уйди. Ой, кролик, говорю. Лисичка Тейлз, уйди. Ну-ка, давайте более подробно почитаем, что там нужно с ним делать-то. Так, с этим понятно. Вот, когда я слышу странные звуки, не передвигаться, не издавать звуков, сидеть смирно на месте. Вот с этим я разобрался. Значит, он у меня нападает, когда я нажимаю на пробел, на фонарик. А когда я нажимаю на фонарик, значит, я издаю звук. А значит, в какой-то момент мне нужно реально ничего не делать. Но как я определю этот момент? Я не могу понять, где здесь странный звук. Тишина ж была. Да уж. Оу. Вот этот? А-а-а! Вернись! Вернись обратно. То-то же. Так, пока все хорошо. Часик. Дожили. Ой. Соник убежал, и этот убежал. Ах ты! Не успел. Не успел. Вот нажал на пробел, уже начала играть мелодия, но не успел я. Гадство какое, а? Я понял, это новая игра серии Экзе про Соника, крипи игра, но при этом еще и пародия на FNAF. Вот это сочетание, друзья. Чё-то как-то все не так просто в этой жизни, да? В этой жизни все не так просто. Окей. Так, давайте выживать. Главное понять, что за странные звуки и почему меня убивает Тейлз там. Из этих гребаных звуков. Блин. Вот эти звуки, да? Мне нужно немножко подождать. Вот когда будут звуки как бы ударов, да? Тун-дун-дун, вот это вот. Вот в этот момент мне лучше ничего не делать. Так, все, они оба на месте, хорошо. Ой. Тихо. И ты тоже давай обратно. Весь обратно. Так. Ладненько, живем пока. Ах ты! Это издевка. Уйди, Тейлз, уйди с моего браузера. Вот это они отчаянные, ребята. Постоянно все в движении, все бегают. Боже, мне страшно. Вот этот гад все время исчезает. Как только я уйду, он моментально исчезает. Вообще нездоровая фигня. Он так норовит меня убить. Четыре часика. Боже. Дайте
помочь мне вышить? Появись, хорошо. Фух. Как же это напряжно. Так. Соник на месте. Вот говорю, он всегда исчезает. Просто дичь какая-то. Так, возвращайся на родину. Здесь тебе рады. 5 часиков. Давай. Так, хорошо. Соник на месте? Да что ж ты будешь делать? У тебя что, иголка в заднице воткнута? Постоянно убегает. Каждый раз, когда я ухожу, он убегает. Это unbelievable. Ну я же говорил, что требовалось доказать. Так, прогоняем Тейлза и... Да! Sunshine! Мы дожили! Бугаге! Смогли это сделать? Фух, я уж хотел бросать дымку, потому что очень трудная она была. Пока ты не понял механику игры. Ну-ка, что будет дальше? Или в дымке только один уровень? Да, видимо, да. Тут не написано какая-то ночь. Mario.exe? Подожди, это другой уже? Да? Это другой уже уровень? Там какой-то Марио был. До этого был Соник. О, реально, другая игра уже. А, тут можно фонарь. Вау, что это? Грибок? Круто. Марио. А тут Марио появился. Эй, алло. Тут Марио. Боже, я в каком-то замке. Замки принцессы, да, которую Марио... Вот она. Пытается спасти. Боже, прикольная игрушка. Марио, уйди. Изыди. Ау! Фу, друзья. Так, ладненько, давайте мы на этом поставим паузу в нашем прохождении. Надеюсь, вам понравилось. Вторую серию я обязательно сниму, потому что хочется пройти демку полностью. Вторая серия будет посвящена крипи-игре про Марио. Всем спасибо. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, друзья, не теряйте ваш позитив и здоровье. Всем пока-пока.